Друзья, всем привет! Вот и пришли рыбки. Я не знаю, какой я ролик поставлю первый, который следующий. На разводню я привез 700 рыбок и себе штучек 250. Ребят, подписываемся, ставим лайки, не забываем. Это дико просто, секунда для вас, а мне будет дико приятно. Так что, ребят, кто не подписался, подпишись, поставь лайк и колокольчик. А мы продолжаем. Вот, домой я привез... Ну, выпущу, решил, вот в этот аквариум, видите, у меня готов. Выпущу платиновых скалярий и мраморных. В общем, количестве 100 штук, наверное. Ну, сейчас сразу 20 штук забирают. Будет хорошо. Людям хорошо, потому что скалярки здоровые, красивые, большие. Ну, молодые, но не затянутые ни в коем случае. Это у нас тернецы. Молоденькие, видим, еще не окрасились. 5 цветов. Тут у нас сомики. Коридорос. Крапчатые. Да, крапчатые коридорос. Там еще вроде желтый затерялся, затесался. Коридорос. Тут у нас данио. Кто называет желтый, кто зеленый, салатовый. Ну, больше желто-салатовый, не зеленый. И вот данио, кто называет красный. Кто называет алые. Просто. Все очень красиво. Приходит, например, вот в таких коробках. Видим, коробочка упакована. В коробке очень-очень тепло и хорошо. Заводчик всегда молодец, конечно. Спасибо, респект. Дает мелкий-мелкий корм. Но мы кормим артемией. Сейчас мы видим, тут у нас данюшки плавают. Наверное, осталось штук 50, штук 70. Эти данио по размеру такие же самые, и эти такие же самые. Никто никого обижать не будет, потому что бывает, знаете, когда приходит рыбка маленькая, бросаешь хоть даже самое данио, если малышей бросит, подросточков, ну, могут обижать. Так что данюшек я выпускаю. Сейчас я подумаю. Да, наверное, данюшек я тоже выпущу сюда. Сомиков тоже сюда. Продувка нормальная. Воду постоянно подмениваю. Значит, все хорошо. А тернецей и скалярий я выпущу в тот аквариум. Там тоже и кислорода хватает. И фильтров дает кислород. И плюс компрессор отдельно работает. Все отлично. Тут мне недавно девушка рыбы взяла. Говорит, ой, у меня рыбки. И рыбки, знаете, как у нее? Кислорода, компрессора нету. Просто стоит фильтр. И фильтр вырабатывает кислород, ну, наверное, все-таки, друзья, не хватает. Если сделать немножко перенаселение, то есть, если делать редко подмену воды, нет вообще растений, наверное, все-таки я бы вам посоветовал. Да не, даже если у вас и нету перенаселения, просто компрессор обязательно, фильтр есть фильтр. Вот смотрите, фильтр сверху, видите, стоит. Ну, вот если чуть выше поднимать, он кое-когда выплевывает кислород. А так губка забивается, и кислород, хотя, видите, напор-то есть. А кислороды дают. Обязательно должен быть компрессор. Ребят, обязательно, не забываем про это. Так что, ребят, поделился я своим приходом. Небольшим, но очень живым и красивым. Вам большое спасибо, что вы смотрите, комментируете то, что вы есть. А я стараюсь снимать то, что имею. То, что, как говорится, на что имеем, тем и богаты. Так что, ребят, еще раз лайк. Спасибо, друзья. Всех люблю, всех обнимаю. Всем пока-пока-пока.